Приветствую вас, уважаемые пользователи, на универсальном игровом. С вами, как всегда, Genium. И сегодня мне хотелось бы рассказать вам об одной абсолютно безумной игре, а именно симулятор хирурга. Вышла она в 2013 году и представляет из себя действительно симулятор хирурга. Итак, что же нам тут необходимо сделать? Наше все управление — это вот эта вот рука, которая может наклоняться, поворачиваться, как нам вздумается. Также может опускаться, подниматься. И мы можем управлять нашими пальцами, каждым пальцем отдельно, да? То есть делаем все, что угодно. Все зависит от того, что нам необходимо сделать. Итак, что же мы тут должны сделать? Наша основная задача — это лечить пациентов. На выбор нам дается, к сожалению, немного миссий, всего лишь 3 штуки. Это операция по пересадке сердца, операция по пересадке почек и операция по пересадке мозга. Все довольно интересные, но, как я и сказал, уже немножечко маловато. Также у нас есть второй режим, это режим скорой помощи. Это все то же самое, все те же самые операции, однако в скорой помощи. Его я вам покажу и конкретно расскажу, чем же он отличается. Итак, давайте возьмем какую-нибудь операцию и попробуем, ну, показать вам, что же это такое вообще, с чем это едят. Итак, давайте возьмем самую первую операцию, операцию по пересадке сердца. Итак, собственно, мы с вами хирург, привет, это наш пациент. У нас есть куча всевозможного инструмента, который мы можем использовать для того, чтобы спасти человека, ну, либо убить его. Ну, убивать нам не нужно, нам нужно его все-таки спасать. Вот, видите, куча. Итак, времечко идет. Давайте приступим. Итак, что же мы делаем сначала? Сначала мы обязательно должны снять вот эту вот... Самое, наверное, сложное — это снять вот эту вот штуку. Так, аккуратненько, вот туда. Так, давайте с лица это уберем. Сказал, уберем с лица. Так. Ну, в принципе, без разницы, можно уже как бы и оставить ее. Ну, я все-таки предпочитаю все выбрасывать за пределы, чтобы она тут не болталась, потому что она будет нам мешаться. Итак, как видите, у нас все как у человека, грудная клеточка. Там у нас получается, это у нас легкие, кишечник, и вон там вот сердце. Итак, что же мы будем делать? Нам на выбор предлагается молоток, дрель, пила. Такая электрическая пила. Я больше всего люблю электрическую пилу. Так, давайте мы сейчас ее как-нибудь аккуратненько. Аккуратненько. Тихо. Ач. Ой-ой-ой, ребятки, я наркотиком себя немножко кольнул. Так, надо отойти от наркотика. Давайте оставим пилу вот здесь. Ач, я сказал, оставим пилу. Вот, да, что ты... Она застряла между пальцами. Так. Жесть. Так, пила. 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 Да, слезь ты с нас. Так, вот, пилу оставили. По-моему, мы потеряли пилу. Так, теперь нам нужно уколоться другим наркотиком, чтобы отойти от этого дела. Эч. Да и что ты будешь делать? Пожалуйста. Так. О! Отошли от наркоты. Прекрасно. Выбросим вот этот наркотик. Давайте вот эту вот кружку отсюда уберем. Она нам будет мешаться. Часы мы уже потеряли. И наша с вами сейчас основная задача — это все-таки попытаться достать вот ту пилу. Потому что ей очень удобно делать операции по вскрыванию. Ну, видимо, нет. Будем взламывать тогда грудную клетку молотком. Так, банка. Кыш. Так, молоток. Молоток. Вот. Прекрасно. Так, не туда. Как вы понимаете, нам нужно очень и очень много привыкать. Так, давайте сделаем вообще вот так вот. Так, ну, все прекрасно понимают, что так операции не делаются. Да что такое? Нет, мне... Ой, что-то разбили. Где же моя пила, а? Как же я... Как же... Так, ну, ножнички, пожалуйста, уйдите отсюда. Это не ножнички, это у нас были... Ну, схвачу, нет. Да что тут вот... Вот наркота, а.
Что делает с людьми? Ладно, давай вот эту возьмем пилу тогда. Вот этой пилой мы хотя бы сможем более или менее поломать. Дар-дар-дар-дар-дар-дар-дар. Так, пожалуйста, пожалуйста. Итак, что же у нас происходит? Сейчас у нас получилось, что мы случайно задели органы важные, да, и у нас началось у пациента кровотечение. Как вы понимаете, нам от этого придется избавиться. Так, лишь ты. Вот так вот. Вот, отлично. На все про все нам дается 5 литров 600 миллилитров. What? Я, по-моему, там вырвал еще легкое заодно. 5 литров 600 миллилитров крови. После того, как мы с вами эту кровь потеряет у нас пациент, то мы просто-напросто проигрываем, и все приходится начинать заново. Да что за жесть? Я все уже беднягу всего раскровил. А вот не потерял бы пилу, все было бы так просто на самом деле. Так, ладно, у нас кровотечение небольшое, мы даже останавливать его не будем, по 1 миллилитру. Можно остановить его при помощи наркотиков, но, как вы понимаете, сейчас мне это не очень нужно. Мне сейчас больше нужно как-то человека спасти от того, что я делаю. Да что за жесть? Так, большое кровотечение. Достанься. Паника, большое кровотечение. Жесть. Наркотики? Где наркотики? Мы взяли наркотики? Да. Так, я походу делаю еще селезенку. Вырвал. Там. Так. Наркотики, пожалуйста, жесть, наркотики развернулись. Это плохо. Так. Давай, вот так вот. Но. Да. Остановим кровотечение. Да, 0 мл. 2 мл. Все, остановили кровотечение. Фух. Так, давайте избавимся от того, что мы уже выломали. То есть это получается легкое. Одно нам больше не понадобится. И так, что у нас тут? Кости. Там вот, по-моему, селезенка валяется. Нет, не селезенка, это печень. Это печень, да? А ну пусть там лежит. Так, где наш молоток? Пожалуйста, молоток. Нет. Дрель? А почему нет? Давайте возьмем дрель. В принципе, вся игра состоит вот именно из того, что мы должны все это хватать. Так, хорошо, прекрасно. Выпиливаем. Да что за жесть? Не то выпиливаем. Мы должны брать инструмент и пытаться спасти человека, не убив его. На самом деле это все реально. Потому что, как вы видели, у меня все три операции пройдены. Так, все отлично. Убрали все кости. К сожалению, они у нас все попали вовнутрь. Давайте. Так, легкая, пожалуйста. Судя по цвету легкого, человек, может быть, и курил, но немного. Так, что же нам теперь необходимо сделать? После того, как мы сделали совершенно очевидные вещи, теперь мы видим, что у нас у человека идет пищепровод. Водород, да? Вот водород. Пищепровод, да? Жик. Его нам необходимо с вами отрезать. Для этого мы воспользуемся чем? Правильно, мы воспользуемся скальпелем. Так. И начинаем аккуратно. Раз, отрезали. Прекрасно. Так, теперь нужно срочно наркотики, потому что у нас большое кровотечение у человека. Пациент, я не хочу, чтобы ты умирал. Вот так вот. Давай. Нет. Да вот. А, вот все, отлично. Вкололи. У нас 3015 миллилитров еще осталось. Посмотрим, что мы сможем теперь достать отсюда. Нам нужно пищепровод как-то забрать. Сказал я, да? Вот, выбросили его. Итак, теперь самое интересное. Нам необходимо вырезать. Так, давайте вот это вот дело вот выкинем, она меня раздражает. Нам необходимо вырезать сердце. Давайте возьмем скальпель и там аккуратненько, вот так вот, шаш. Ну, как вы понимаете, я не сильно аккуратненько это делаю, потому что я понятия не имею, в каких местах надо вырезать сердце, я не медик. Так, пожалуйста. Так, вот.
Все, отлично. Сердце перестало биться. Значит, мы правильно все сделали. Хватаем. Наркотики. Наркотики. Пожалуй. Да что такое? Это кости наши. Нашего пацана. Да ладно, наркотики схватили. Укололи сами себя. Прекрасно. Так, давайте наркотики все-таки возьмем. Ножнички нам не нужны. У нас очень большое кровотечение. Нам нужно спасать человека. Так, аккуратненько. Давай, 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 давай. Пожалуйста. Ну. Почему до сих пор 1 миллилитр, а? Мы же тебя уже спасли. Человек. Походу дела, у нас закончились наркотики, ребята. Это плохо, это надо, значит, надо, что надо делать все быстро. Так, надо срочно доставать, значит, сердце. Пожалуйста. Сердце выбрасываем. Также у нас есть наше донорское сердце. Хватаем его. Засовываем в грудь. И... по идее, мы с вами должны были... Так, по идее, мы должны были с вами победить. Мы же... Все, у нас сердце-то в груди. Да, все, отлично. Фух. Собственно, вот. Вот из чего состоит игра. У нас, как я говорил, уже на выбор есть 3 операции. Это сердце, почки и мозг. Нам необходимо их выполнять. Также, у нас есть тут энное количество фишечек. А именно. Специально разработчики добавили уровень из Team Fortress 2. Давайте мы его попробуем сейчас. Давайте мы его попробуем сейчас запустить. Все вот эти вот уровни, все вот эти вот фишечки запускаются очень странным способом. Нам необходимо взять кассету и как-то очень аккуратно ее попытаться туда вставить. Да что ты? Да это практически невозможно. Но немножко практики, и у вас все получится. Телефон. Отстань, телефон. На телефон, кстати, я так ни разу не успел ответить, поэтому я понятия не имею, что там будет. Но, вставляйся, кассета. Да. Фух. Отлично. Meet the Medic, Team Fortress 2. Операция по пересадке сердца, но уже у Хэвика. И, как вы видите, у нас тут совершенно, абсолютно безумное количество инструментов. Точнее, инструменты, немножко неподходящие для того, чтобы делать операции. Но так как это Team Fortress, тут ничего удивительного. Ладно, берем топор. И начинаем долбить. Ну, в принципе, здесь все то же самое, что и в прошлой части, только при помощи энного такого вот количества странных инструментов. То есть, я этого, да, наверное, вам даже показывать не буду, что тут можно с ним сделать. Эй, чувак, проснись! Проснись, не умирай! Ладно, хорош издеваться над бедным Хэвиком. Че, рот-то закрыл? Ну-ка, открой рот. Так, ладно, давайте я вам покажу еще один режим, который здесь есть. Назад в меню. Что же у нас еще, кстати, здесь есть на столе? На столе у нас есть с вами компьютер. Компьютер с дискетками. Дискетки, их можно доставать. Так, давайте я вам покажу, что такое дискетки. Так, дискетки. Надо вот эту вот клавиатуру выкинуть, она потому что не нужна, но она будет мешаться постоянно. Это я уже проверил. Так, вот, пожалуйста. Кш. Кыш, я сказал. Уходи. Итак, смотрите, у нас есть набор дискет. Данные дискеты будут выдаваться вам после прохождения операции. И на данных дискетах будет показано, как же ж нужно было сделать все-таки ту или иную операцию. Давайте я вам покажу, что нужно было сделать. Вот, например, тогда, когда мы делали сердце, да? Так, вот она. Вот это нифига себе, смотрите, я схватил правильную дискету случайно абсолютно. Так, теперь она даже ровно стоит. Теперь надо ее вставить. Компьютер. Да! Нифига себе. Итак, и здесь нам будет показано, что нам нужно было сделать. Соответственно, сделать надрезы в 4 местах. Это артерии, идущие от сердца. Также, как я говорил, это отрезать пищепровод.
Ну и, соответственно, вскрыть грудную клетку. То есть мы сделали все правильно. Так, телефон, телефон. Ответим. Алло? Алло? С нами никто не хочет разговаривать. Так, тогда телефон просто-напросто уходит отсюда. Со стола. Ну и, наверное, самый интересный режим, это режим скорой помощи. Все те же самые операции, но посмотрите, что сейчас будет происходить. Мы едем в скорой помощи. А, соответственно, все наши инструменты, которые сейчас нам предоставлены, они будут летать во все стороны. Так, тихо, тихо. Где моя пила? Вон она. А-а-а! Что за... Так, пил... Да, бутылка не нужна. Пилу... Пилу! Вот, пилу взяли. Прекрасно. Только пила почему-то не работает. Ага, все работает. Да куда ты, пила? Так, аккуратно. Давайте ее все-таки подберем. Вот, все прекрасно. Так, так. При этом кочки у скорой помощи, они генерируются рандомно. И поэтому у нас практически никогда не известно, когда произойдет вот такие вот вещи, которые вы только что видели, да? Что у нас все разлетается, у нас периодически все летит во внутренности к нашему пациенту, пытается его убить. Так, вот сейчас бы мне на самом деле очень сильно пригодился бы наркотик для того, чтобы спасти человека. Так, наркотик, оп, нет, не схватил. Да ладно, себя уколол. Так, человек, спасайся. По факту вообще без разницы, куда мы кинем этот наркотик, он все равно через пару минут окажется где-нибудь абсолютно в другом месте. О, смотрите, у нас тут в скорой помощи есть лазерная указка. Ой, не лазерная указка, лазерный резак. Давайте мы им тогда вскроем. Да ладно, а? О! Да что такое, а? Так. По ходу дела, ребят, мы все-таки его убили. У нас уже 15 миллилитров. Лазерный резак, конечно, хорошая штука, но больше всего он подходит для вскрытия мозга. Ну, в принципе, это все, что можно было рассказать про эту игру. То есть, к сожалению, как я уже сказал, у нас мало операций. Но даже те операции, которые есть, они очень веселые в своем выполнении. Есть над чем, как говорится, поработать. У меня операции выполнены только на С, Д и С. Соответственно, можно сделать это все гораздо более аккуратно, гораздо более эффективно. Ну что ж, пробуйте, спасайте людей, играйте в хорошие игры. С вами был Genium. Пока.